Наши корреспонденты подготовили материалы биографии нового премьера Госсовета КНР. Давайте посмотрим. Ли -Тян родился в июле 1959 года, уроженец города Жуйань провинции Цзедян. Трудовую деятельность начал в июле 1976 года, вступил в ряды КПК в апреле 1983 года. Окончил Центральную партийную школу КПК, получил степень магистра делового администрирования. В настоящее время является членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 20-го созыва, премьером Госсовета КНР и секретарем партгруппы Госсовета КНР.